Всем доброго времени суток. Сегодня хочу рассказать, куда я установил китайскую сигнализацию, которая предназначена для велосипедов, на электросамокат. Посмотрев отзывы о ней, был расстроен, что она съедает за неделю буквально крону, даже крону хорошую. Ну, по этому поводу решил поставить микрушку вот сюда, чтобы, так скажем, незаметную, чтобы сигнализацию отключать. Провод вот он, в термоусадке проведен. Сама сигналка стоит вот в этом месте, в патрубке. Вот здесь отщелкивается, закидывается сам патрубок сиденья, там она внутри. Из родного корпуса пришлось ее вытащить, чтобы она поместилась здесь. Все заизолировать и запихнуть. Сделать небольшой, так скажем, хвостик с проволоки, чтобы можно было ее легко вытаскивать. Вот здесь находится антенка. Не стал, это вообще сигнализация, по идее, ставится вот в это место. Но не стал ее сюда устанавливать, потому как, во-первых, и обломать можно, и лишнее место занимает. Но было решено установить вовнутрь. Правда, чуть-чуть тише стало работать по громкости, но зато ее нету, не мешает. Вот такие вот дела. Вот такой вот пультик. Вот включаем микрушку, ставим на сигнализацию. Все, самокат стоит на сигнализации. Очень чувствительно. Также выключается. Все. Выключаем микрушку тогда, когда не будем пользоваться. Соответственно, крону кушать не будет. Вот. Включаем, выключаем без проблем. Ну вот, как бы такой небольшой рассказ. А там дальше посмотрим, насколько хватит в таком режиме. Всем желаю удачи. Пока.